Всем привет! Вы на канале Helen Call. И сегодня я решила сделать вкусненькое и сладенькое молозиво. Для этого я купила обычного магазинного молока и десяточек яиц. Сейчас в Арусе по акции величезны. Петриківская традиция по 32,50. Не, ну яйца действительно крупненькие. Нулевочки. Сейчас попробуем сделать. Посмотрим, что получится. Я думаю взять пол-литра молока, 5 яиц, стакан сахара и в духовочку. Вот я вбила 5 яичек. Красивенькие желточки. Хорошие. Добавляю сюда, ну я взяла не совсем целый стакан сахара. И добавим пол пакетика ванилина. У меня здесь его 2 грамма. Я на глаз пол пакетика высыплю. Вроде пол пакетика осталось. Полученную массу теперь взбиваем. Венчик у меня, конечно, где-то есть, но я им не пользовалась уже очень давно. Поэтому взбиваю ложкой до растворения сахара. Вот, перемешали, сахар растворился. И добавляю пол пакета молока. И вымешиваем и ставим в разогретую духовку. Выпекаем до вот такого золотистого цвета. Сейчас немножко остынет и будем пробовать. У меня процесс занял примерно полчаса. Вот, молозиво наше немножко остыло. Попытаюсь достать для дегустации. Хочу красивенький кусочек. Не очень красиво получилось. Зато консистенция нормальная. И вкус тоже. Так что получилось вкусно и красиво. Всем приятного аппетита. Пока!